искала что-то для души. Искала, искала, нашла. Ваш шабаш. Ну, думаю, мне явно сюда. Смотрю, тут у вас принято представляться. Ну, я решила про себя рассказать немножко. Родилась я, не помню когда. Но помню где. На Кавказе. На Кавказе. На Кавказе. Я знойный мужчина. В детстве была я очень хорошей девочкой. Все как положено. Лазала по деревьям, мальчишек лупила, учительницам кнопочки под попу подкладывала. В общем, родители были очень довольны и были и радовались. И радовались. Школу окончила твердой хорошисткой, потому что решила, что если будет хоть одна троечка, а останусь на второй год. Директриса расстроилась. Нервная система ее не выдержала, и она повелевала всем ставить мне только четверочки. Так что я бабушка-яга образованная. Ну, а теперь о личной жизни. По-разному было. Погружь, пожалуйста. Поначалу всякая шушера. Подробности, пожалуйста. Попадалось оборотни, да водяные, а потом был роковой мужчина. Леший. Эх, молодость. С таким умирать. От жить будет неплохо. И поэтому на данный момент я баба-яга свободная. Крошкою целует ручки ей, греет ножки ей. Я знаю, что у нее, душа кошкина. А я хорошая, мадам Крошкина.